левый, правый, левый, правый, топай по дорожке. Ты мам... Хава София! Даня. Я сальник Даниил. Я сальник Евгений. Я сальник Борис. Я Мамыкина Диана, и мы команда... Сальник Иди! Ура! Ура! Здравствуйте, меня зовут Мамыкина Диана Сергеевна, и я учитель образовательного комплекса «Юго-Запад». И мы представляем команду «Сальник Иди», и это уже второй этап конкурса. Мы участвуем в номинации «Семейная». В этот раз мы подготовили разрядку для самых маленьких, но самых сильных участников наших команд. Поэтому мы будем не просто делать упражнения, а делать их с отягощением и грузом. Какое именно отягощение будет выбирать вам? Допустим, мои малыши выбрали свои любимые игрушки, а те, кто постарше и посильнее, взяли бутылки с водой разного объема. Кстати, каждый участник моей команды будет делать одно и то же упражнение по-разному, чтобы каждый из вас мог найти для себя более удобный вариант и стать намного сильнее и красивее. Мы готовы, если вы готовы, тогда мы начинаем. Приступаем. Первое упражнение. Подъем рук вверх. Чтобы сила появилась, ты возьми утяжелитель, руки вверх с ним подними. Вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Бицепс справа, бицепс слева. Ах, какая красота! Чтобы быть готовым к лету, приступаем прямо сейчас. Упражнение сгибания рук с отягощением. Начали! Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Сальники иди, идут впереди, а ты не отставай, новое упражнение повторяй. Жим из-за головы. Упражнение номер 3. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Король, ты королева. Упражнение повороты туловища с отягощением. Приступаем. Вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Мышцы спины очень нужны. Они для осанки очень важны. Чтобы их тренировать, про наклон не забывай. Упражнение наклоны с отягощением. Вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Любой зарядки обязателен подход силового упражнения, приседания подойдет. Последнее упражнение приседания с отягощением. Вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Показать.
сказали, чтобы дома не скучали. Мы желаем вам не киснуть и здоровыми расти. Моя команда «Сальники, иди» прощается с вами. До новых встреч! Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты.